нашел, что ли? Нет, есть. Сазана. Ей-ей-ей, такой себе. Первый лопушочек. Сразу отпущу его. Пусть живет. Давай, плыви. Только закинул я. Удочку завел. Вон спиннинг. Пока я там выставлялся. Что-то сидит. Ну, не крупный, скажу я вам. Блин. Сразу за камыши. Ай-яй-яй. Ну как не крупный? Нормальный. Пацак далеко, да? Надо бежать за пацаком. Так. Бегу за пацаком. Без пацака тут нереально. Берег обрывисто сильно. А вот только закинул. Сразу по клевке. Кайф. Иди сюда. Опа. Есть. Ух. Ой, как хорошо. А, дух хилошный. За губу, за нижнюю. Вот утренний сазан. Кайф, красота. Два 190. Отлично. Привет, друзья! Сегодня 16 октября, наконец-то выбрался я на рыбалку. Опять на свое место. Сазанов ловить. Уже, короче, двух поймал. Одного отпустил. Ну, где-то, наверное, кило 300. Не взвешивал. И вот на 2 килограмма только что поймал. Утро очень холодное. По дороге ехал. На машине показывало 0 градусов. И ветерок такой. Ну, сегодня ветер, обещали 4-5 метров в секунду, северо-восточный. Ну, прохладное утро, хочу сказать. Закинул я жмыхоловки, жмых кукурузные с ванилью. У меня получается, ну, 3 спиннинга закинул и 2 закидушки. Одного поймал, там уже сейчас посмотрим. Может, до обеда сегодня половлю. В принципе, сазаны есть. Просто душа просится на рыбалку. На той неделе ездил, ничего не поймал. Ветер был бешеный, просто бешеный. И ничего не поймал, короче. Присаживайтесь поудобнее, доставайте чаек и приятного просмотра. Пойму опять, что ли? Только ходил эти закидушки проверять. Так что-то опять как-то странно. И все. Пойму. Что-то есть, но это... Карась, наверное. А нет, сазанчик. Килошник. Опа. Килошник. Плыви. Рабочая удочка. Только же я на ней сазана поймал. Ух ты. Сопротивляется. О! Такой же, как первый. Красный поводок даже не смущает их. Им, по-моему, все равно, когда они голодные. Какого цвета поводок? Зеленого, желтого или красного? Ну, по-моему, даже чуть поменьше. Я не думаю, что он 2 килограмма будет. Ну да, кило 695. Че, отпустить, что ли, его? Че? Покрупнее хочется. Пусть живет. Но сопротивлялся. Хорошо. Это что-то молчит. Ладно. Ловим дальше. Что-то поймал. Ты, судак. Хе-хе. Прикольно. Мелкий судак. Зубатый. Прям под этой корягой стоит. Гуляй. Удар слабый был. Прям как будто повис. Что-то есть. Опять не крупная. Окунь. Ох, кто там еще живет. Пущу его. Что-то сидит, что ли? О, о, сопротивляется. Давид, как, а? Давай сюда. Здесь прогал. Хочет за челим завести. Покажись. Красавчик. Так, 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 так. О, вот это уже другой разговор. Такого сазанчика я возьму. Вот только что пообедал. Думаю, дай-ка пойду посмотрю, что у меня здесь происходит. Либо эта корова зацепила, либо здесь сазан. Колокольчик вон лежит. А, это сазан. Ну, такой себе, конечно. В принципе, что, отпущу его. Пусть живет. Давай, давай, гуляй. И меньше 1,5 килограмма. Это явно. Так, вот мне закидушка. Леска ослабла. Чет, ничего нет. А, ну что-то есть. Нет, есть. Опять небольшой сазанчик. Что ж такое? Че же, сговорились, что ли? Это вообще меньше килограмма. Оп. Есть. Есть. Рыба-то сидит. Иди сюда, родной. Иди сюда. Нормальный такой сазанчик. Хороший. Хороший сазан. О! Наконец-то хорошая рыба. Ну, более-менее. Где там? О, красавчик. Я же говорю, после обеда клев начинается здесь. И ничего и нет. А, есть. Карась. Гуляй. Оказывается, сазан сидит. Офигеть. Хороший какой. О! Ё-моё. Вот это да. Офигеть. А я эту удочку уже давно не проверял. Наверное, хватит мне на сегодня. Куда же еще столько ловить? Че, 4 сазана. Вполне отлично. Тут, оказывается, рыба сидит. Удочку сматываю сейчас. Сазанчик, блин. Когда успел попасться, только же закинул. Малыш. Ну куда ты? В другую сторону. Да. Классное местечко. Речка, правда, маленькая, мелкая. Но рыбка есть. Эх ты, ё-моё. Пока я удочки снимаю, тут поклевка. Все, что такое? За ветки завел еще. Ничего не пойму. Есть. Пока не пойму. Не особо крупный. Да, клев весь после обеда, ребят. Такой 2. Подсак надо. Офигеть. Рыба не отпускает меня. Уже все, уже перебор получается. Сейчас надо взвешиваться. Как хорошо заглотил. Через жабры. Ё-моё. Опа. Вот это я сегодня обловился, как всегда. Ну что, взвешиваемся. Так. Садок. В садке 9. И этот. Что такое? Так. А этот. 2360. Угу. Понял. Понял. Сейчас буду смотреть, который самый маленький. Так. Этот самый крупный. Вот этот черный самый первый. Ах ты. Ай-яй-яй. Блин, весь садок порвал мне. Ай-яй-яй-яй. В общем, вот так это выглядит все. Вот этот явно самый маленький. Я его и отпущу, и как раз у меня будет 10 килограмм. Сколько у меня этот большой весит? Наверное, около 3, а может 3. Ну, 2,5. Стандартные, короче, ребятишки у меня. пусть живет. Девять с половиной. Как раз правильно сделал, что я отпустил самого маленького. Фу. Вот это рыбалка сегодня. Огонь. Фу. Что сказать? Рыбалка обалденная. Середина октября, середина осени, и сазан клюет, бешено клюет, откармливается перед зимой. Сейчас время ровно 14:00, я закончил рыбалку. С утра были поклевки, одного взял и двух или трех отпустил. И вот как я и говорил, основной клев после обеда. Если остаться еще здесь, то можно и двойную норму вылова сделать. Поймал 10 килограмм. Это у нас в Астраханской области суточная норма вылова. Сазан ловился на жмых кукурузный с ванилью. Ловил я на жмыхоловке обычные, поставушки. Предыдущие рыбалки тоже я с отцом, с женой ездил. Весь основной клев после обеда. Место классное, не знаю, когда я еще сюда поеду. В общем, сазана я в этом году отловился, сазаном отловился вдоволь. Все последние мои рыбалки прям офигенные. В этом году лично у меня по сазану офигенно. И летом я ловил, и осенью. Не знаю еще, поеду, не поеду. Хочется хищника половить. Жереха, судака, может быть, сомика. Да скоро, в принципе, уже можно и густеру, или лещей ловить на засолку. На червя, так сказать. Вот, так что оставайтесь со мной. Впереди еще много интересного контента. До новых встреч, всем пока. Лайки ставьте и комментируйте.